теряла дар речи и не могла петь. Куда исчезла группа 312? Город 312 известна на российском эстраде уже более 20 лет, и вопреки всеобщему мнению, они не распались, а продолжают существовать. Но раньше они получали удовольствие от каждого концерта и даже каждой репетиции, а сейчас им крайне тяжело собраться не только ради репетиции, но даже на концерт. Солистка группы 312 Светлана Назаренко объяснила, куда внезапно пропал один из самых популярных коллективов середины нулевых. У коллектива понятия «исчезли» не было, потому что песни писались, гастроли не прекращались. Это почему-то произошло на радио и телевидении. Я бы не сказала, что у нас сейчас все выровнялось, заявила артист. У группы случилось два кризиса, которые они пережили, 2008 год и сейчас. Многие из него тоже не выберутся. Может быть, и это повлияло, заявила Ая. По словам певицы, еще одним фактором стала смерть ее родителей. Ей пришлось сделать небольшую паузу. Но через 3 дня после смерти отца она уже вышла на сцену. После потери мамы она вообще физически не могла петь 9 дней. А вы помните песни этой группы?